Вентилятор работал у меня всю ночь. Выключаем. Солнышко встало уже почти 8 часов утра. Вот так вот окошечки у меня открыты были почти на четверть. С той, с другой стороны. Ой, как хорошо, какое утро доброе, божечки мои. Какое доброе утро, сказочное. Вот люди возле меня тоже здесь спали ночью, машинки. Ой. У меня были наушники всю ночь. В ушах. Я вообще никакого не слышала. Никого не слышала. Ни шума машин, ничего. Спала Акл Бэйби. Так, надо это тоже снимать. В принципе. Как хорошо, господи. Вот это, кстати, другая машина. Я даже не слышала, как она припарковалась. Это другая машина была. Да. Как она уехала, тут тоже была белая машина. И как это припарковалась, вообще не слышала. Ой, надо вставать. Мордаха, наверное, припухшая. Да, припухшая такая. Тут у меня маечка моя. Я ее на ночь намочила и положила вот так на голову, на глаза. Потому что жарковато было ночью вчера. И так вот с мокрой майкой она у меня за ночь высохла. Так с мокрой майкой спала. Ой, как здорово! Ну что, сегодня у нас День независимости. Дороги будут переполнены, все будет переполнено. Я думала поехать на Вики Вочин. 100% там. Сегодня мне не судьба на источники. Поеду, наверное, просто погуляю где-то. Может быть, поеду на океан. Не на океан, а на Мексиканский залив. Скорее всего, на Мексиканский залив поеду на пляже. Ой. Только-только глаза продерла. Продрала. Так что пора вставать. Пойду сейчас постираюсь. Тут есть машинка стиральная, машинка сушильная. Пойду постираю свои полотенечки. Шортики, маечку. Одна майка, вот это надо, и шорты надо постирать. Я не столько стирать, мне навалом одежды и всего. Просто, чтобы показать, как это делается, как это все легко и просто, как классно путешествовать, так спать в машине, и все под боком, все. Кстати, уже держусь, надо бежать в туалет. Проверить санитарное состояние. Ой, хорошо. Спала в шортах. Все равно какой-то такой неуверенность какая-то есть еще. Я хотя на таких местах я уже сколько раз спала, просто снимаешь в трусиках в одних, но я еще пока в шортах спала, в шортах и бюстике. Ничего, привыкла, и сплю нормально. Вон она, заправочка, туристический этот центр. Сейчас пойду, кофеечка мне дадут. У меня этот, я закачала application, каждое утро бесплатная чашка большая кофе. Не чашка, а большой стакан пластиковый кофе здесь на пайлоте. Так приятно. Сейчас проснусь, мне кофеечка нальют. Ну что, жизнь прекрасная и удивительна. Снимаем мои занавески. Все снимаем. Ой, как классно, господи. Дождя так и не было ночью. Я ждала. Громыхала. Дождя так и не было, к сожалению. Ну вот, субботу, воскресенье обещали очень сильные штормы. Начинается день. Из-за моря смается. О, начинается день. Удивительный день. Любопытный, как тюлень. И большой, как рыбаки. Пошли чистить зубки. Еще не очень жарко, можно было еще немножко поспать. Я уже проснулась, надо вставать. Все, поехали. Чуть-чуть руки. Все чистенько, аккуратненько. Угу.
волосы чуть-чуть. Сейчас поеду. Сейчас за сегодня вечером пойду. Тренажерный зал. С длинными волосами, конечно, так не попутешествуешь. Хотя, какая разница? Все. С меня шорты спадают, должны быть здесь, а вот тут. Я схуднула опять. Что значит путешествие? Забываешь поесть, и аппетита такого нет, холодильника рядом дома нет. Тут я вчера не заметила, вот там душевые. Это все еще трак, стоп. Вот там для деток поиграться, телевизор и вот такой, если надо уединиться где-то от кого-то, хотя тут же есть и кафе большое. Вот еще нечто, вот второй телевизор, пожалуйста. Туда выход, туда выход, где я спала, вот там моя машинка стояла, да. То есть тут три выхода. Сейчас я себе кофеечка набираю.